Почему стоит инвестировать в биткоин? Всем привет, меня зовут Макс Риск. Давайте представим, что обезьяна это у нас покупатель или продавец биткоина. Ну, у нее будет бананы. Замесь биткоин будет бананы. Почему стоит покупать биткоины? Потому что они, наверное, похожи на бананы, но это такой факт. Слишком рано начал. В общем-то, сейчас биткоин растет. И я рекомендую покупать его. Вот почему. Еще я просто вспомню момент, что биткоин это какой-то ингредиент или наподобие фруктов, грубо говоря. Ой, ну фруктов. В общем-то, есть еще компания Apple. Она из яблока, если что. То биткоин это, наверное, стойкость, доллар это денежная, обезьяна это у нас банан. Как думаете, будет такое? Ладно, отошли от темы. Стоит ли покупать биткоин? Я, конечно же, рекомендую, как их купить, на каких сайтах я записывал. Если вы не в курсе, пиши в комментариях. Я еще раз сделаю, потому что я их очень мало сделаю. Могу вторую часть сделать. Если хочешь, то да. Если хочешь, тоже бы на лайк. Как-то неправильно выбрал. Вот такой вот. Я у него взял. То есть теперь у меня 2, 1,5 биткоин. Шутка. Покупайте и биткоин, эфириум. Потому что, если смотреть статистику, за год, например, вы купили там в начале года и продали в конце года 2033 и до 2033, например, то подсчитывать, сколько вы заработали, офигенно будет тема, вкладывайте и смотрите, выше попали или ниже, примерно так, потому что биткоин падает или растет. Это как трейдинг, тут как-то на долгое время, потому что, кстати, когда когда-то у нас январь нападает по-любому, да? Или же они падают, когда лето, а растут, когда зима. Они сейчас начали расти давно. Почему я? Они в лето начали расти, когда закончилось лето. Потому что зима наступает, или чё? В общем-то, пиши в комментариях. Сегодня всем удачи, всем пока. Пиши 5 вопросов, отвечу на 5 вопросов. Пока.